Сергій Альфаров, захисник баскетбольного клубу «Політехніка Галичина». Ну, хочу сказати, хочу, во-первых, поздравить нашу команду з победой. Думаю, что она была вполне заслуженная. Мы с самого начала и до конца, я думаю, выложились практически на 100%. Не старались не дать им забить легких мячей, сыграть так, как они любят, чтобы ликвидировать их быстрые прорывы, то есть не дать им легких мячей забить. И, в принципе, слава богу, получилось у нас выиграть. Я думаю, это нам придаст силы, и, ну, думаю, дальше нам уже тренер сказал, что приятно обыграть чемпиона, тем более у него дома, но надо забыть эту игру и готовиться уже дальше. Чемпионат только начинается, поэтому надо забывать это и, ну, идти дальше. И работать больше. И работать больше, да. Питание до Сергея будет?